После долгой процедуры отбора Денис Майданов, победитель праймерис «Единой России», стал официальным кандидатом на выборы в Госдуму. В Одинцовскую территориальную избирательную комиссию предоставлен необходимый пакет документов. В конце мая состоялись праймерис «Единой России», где я победил, и сегодня уже я подаю документы на избрание, на полном основании, доверия жителей, доверия партии. Документы приняты после проверки. Майданов признается, для него это очень волнительный момент. Впереди серьезный этап, и Денис надеется на поддержку. Он уверен, вместе удастся внести большой вклад в развитие общества. Мария Шматкова, Эмилия Ракеляна, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».